В Ульяновске на фотовыставке портреты героев Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Все эти люди сражались за нашу страну, совершали подвиги во благо будущего своего народа. Насколько наши военнослужащие, наши герои, похожие подвиги совершают по защите нашей Родины, на подвиги, похожие, совершенные в период Великой Отечественной войны. С одной стороны, это очень трогает, с другой стороны, позволяет и изучить историю, позволяет изучить различные этапы и периоды боевых действий. В экспозиции портреты героев, их биографии и достижения. На 32 стендах уникальные фотографии, копии наградных документов, информация о жизненном и боевом пути ульяновцев. В верхнем ряду солдаты и офицеры Красной Армии, которые сражались в Великой Отечественной войне и освобождали мир от немецко-фашистских захватчиков. В нижнем уже герои наших дней, участники специальной военной операции. Наше поколение, мы как дети войны, мы не видели этих ужасов. Наши деды-прадеды в свое время отвоевали свободу, независимость нашей великой державы. А сегодня уже наши внуки, правнуки в такую попали ситуацию, что нужно с фашизмом этим бороться. Выставка была впервые представлена в августе 2022 года на Гоголевском бульваре в Москве. Она создана Российским военно-историческим обществом при поддержке Министерства обороны Российской Федерации. С экспозицией могут ознакомиться все желающие на втором этаже главного корпуса университета. Кирилл Савосин, Герман Баранов, УПРАВДА ТВ.